Я не знаю, какое у вас время суток, когда вы смотрите его, но у меня утро, поэтому доброе утро. Снимаю петлю посередине петли, режу, снимаем дверь, ну и типа начинаем подгонять наш порог. Здесь я подрезал, вот так и будем менять. Больше ничего тут не делал, только снял дверь, зачистил порог. Сейчас мы заварим отверстие, потому что клиент вчера сказал: да ладно, оставляй, лучше будет, безопасней. Он потом позвонил и сказал: нет, давай заварим. Ну, заварим так заварим. Из этого же куска порога. Только из серебристого. Лапочку сделал. А вот так. Блин, как-то держалось. Вот так. А елки, не держится. Короче, поняли, да? Сейчас приварим и зачистим. Блин, а. Ну как-то ж так прикольно было. Как-то так она плотненько была. Вот так. Ладно, пропустим этот момент. Хватили. Сейчас подостынет. И опять бык-бык-бык-бык-бык-бык. И опять подостынет. Потом посмотрим, что будет. Так вот выглядит изнутри провар. Видно, как они повыступали. Точка, точка, точка. То есть торчат. Так должно быть. Ну, как-то так. Сейчас покажу. А то как-то давно я так не варил на камеру. Вот так. Не знаю, видно, не видно. Вот так. Вот так. Видно все точки. И проволока. Отлично. Дальше. Что дальше? Дальше надо его хотя бы примерить. We'll be right back.
примерно подогнал. Жень, мы вчера с тобой говорили, вот, дырочки совпали, типа, все прикольно, туда-сюда, туда-сюда не надо. Отцентровали и хватит. Сейчас тут подрежем. Нахлёст. Подрежем тонким кругом. Подрежем, подрежем. Совместим вот так. Там надо подрезать, там мешает. Сейчас тоненьким кругом пройдем. И вот туда-сюда уже не надо. Пройдем тонким кругом, потом задвинем, чтобы кантики совпали. Вот они совпадут. А потом тоненьким кругом бук, 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 бук. И будет стык. И здесь подрежем. А эту штуку потом приварим. Попозже. После порога. Пропилял болгаркой. Поставил. Теперь видно, что вот этот, дайте я маркер возьму, этот маркер, этот край на месте, вот они, два конта, а вот этот еще на месте, а этот убег, вот видно, да, видно, можно было бы, конечно, по верхнему конту дать точку, но, от этого момента до этого момента должно быть почти ровно. А у нас провал. Вот. 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 Поэтому надо подтянуть споттером. Надо наварить петелек и подтянуть. То есть этот кант на месте, а этот надо разогнуть. Типа перегнуть немножко. Поняли, да? Верхний кантик в норме. А вот уже второй, вот этот и вот этот, уже не в норме. Ну да, сейчас я смотрю, не в норме. А эти кантики в норме полностью. Значит, можно варить бур-бур-бур до этого конта. А потом споттер подтянем. Ой, споттер колечки приварим и подтянем, потому что оно видно вот. Это туда уперло. И вот такую гулю. Гуля такая получилась. Тут нормально. Только наверх чуть подбить. Ну, соответственно, подтянем. Где-то вот тоже подтянем. И подобьем. Значит, обрезал, подогнал. Работать, конечно, неохота. Не знаю, почему. Там еще колесо на машине пробил. Надо поехать. Наш на монтажку. Но надо же видео делать, поэтому будем работать. Подложечки. Одна на три точки. И дальше. Не хочу с вашим варить. Вот так вот. На маленьком токе бабахнем. Прикольно, да? Блин, кнопка отпадает. Я же говорил вам пару дней назад, что контактная поломалась. Открутилась гаечка. Надо кого-то попросить, чтобы зажали. Вот я вот кручу, оно крутится. Надо отвертку взять. Ну ладно, потом. Некогда мне. В общем, подложечку приварим, чтобы проще варить было. В самом маленьком токе. Вот так вот. Отлично, да? Очень помогает, рекомендую. Ой, ладно, дальше. А, есть еще одна полосочка. Вот еще одна есть. Извиняюсь. Длинная, да? Длинная, а мы потом обрежем.
очки по-любому. Опа. Бывает. А чтоб его автоматом не варить, потом неудобно зачищать. Блин, зачистил плохо. Опять плохо. Опять вообще, короче. Пойдем. А, приварил. Все. Дальше подрежем. Дойдем до конта. А туда нам нельзя, потому что нам надо подтягивать, и нам надо перетянуть, чтобы вышло за порог. Поэтому тут варим стык. Вот что вышло. Три точки. Ну тут точка, точка. Бык-бык-бык-бык-бык-бык. Норма, да? Прикольно. Здесь не будем делать. Тут тоже не будем делать. Стычок поварим. Накинул порог. Только один зажим. Ну вот. Сейчас туда подъедем. Вот типа не плотненько, а как. Место для сварки. Тут все то же самое будет сейчас. То есть тут, по идее, 1,6 кругом я резал, значит, будет 1,6 зазорчик. Это место мы сейчас вот на зажимы поставим. Тут, там. Вот, Евгений, вот так делаешь. Потом точка, в конту точка. Тут дрык приварил. А потом болгаркой обрезаешь. И все у тебя совпадает. Да, я помню, ты говорил, что может сварка попасть. Ничего страшного, кувалдой два раза зажахнем, будет норма. Зажим, бубум, бубум. Отлично, надо вот так поддавить. Раз, ого, отлично. Отлично. Нормально, да? Класс. А теперь... Ну вот эту щеляку внимания не обращайте. Ну с кем не бывает. Бывает. А теперь вот так прижмем и дадим точка. А потом обрежем. Готово. Дырочки во. А теперь вешаем две двери и смотрим, что получилось. И все, если все нормально, то привариваем там точка и, ну, короче, вешаем двери. Так, смотрим. Отвертка. Вот так, да? Вот так. То есть пролезла. Вообще нет. Ого. Вообще нет. Ну то есть вот здесь пролезла. Поняли, да? Короче, делаем зазор, чтоб немножко влезла. Немножко. Идем на нашу норма. Полная норма. Смотрим. Ну, как бы немножко великоват. Ну, вот же. Ага, маловат. Значит, ага, дверь красим. Значит, можно делать вот так. Раз. Ох, вот так надо приварить сверху. Дальше. Здесь дверь ударенная. Вот ровно. А вот здесь завернут весь угол. Потом... подровняем. Значит, коленочка легонько прижму, а чтоб норма была. Смотрим. Ой, отвертка немножко не пролазит. О, уже начала пролазить. Здесь пролазит. То есть примерно в норме. Только надо немножко этот угол опустить. Там в норме. Женька, видишь, как хорошо по отверстиям фигачить? Не надо потом угадывать вверх-вниз.
Извините, что рукой махаю. Значит, теперь мы можем открыть эту дверь, постелить картонку, сделать, чтобы совпал кант с кантом, и сделать первую точку. А вот здесь бук, точка, все. Делаем, нет? Давайте кофейку попьем. Ну, а потом контролируем, привариваем. Да, по сути, уже можно его весь и варить. Это отличный зазор. Отличное вот это торчание. Он должен немножко подтарчивать. Отличное торчание, все класс. Только вот, проблемное место. И вот здесь опять нормально. А это надо подтянуть. Это по последнюю очередь. Точка одна. Ну и тут немного. 1, 2, 3, 5. И все нормально, ничего не варил. Ну вот смотрим. Вот отвертка немножко пролазит. Ну то есть все нормально. По отвертке делаем. Там она где-то пролазит, где-то не пролазит. Но мы делаем так, чтобы она была на грани пролазения. Сейчас можно корректировать вверх-вниз немножко. Туда-сюда еще можно. Вот видите, тут нет, тут да, а тут опять нет. А что кривое, а фиг его знает. Тут нет, тут да, тут да. О, а, блин, дверь открыта. О, ну то есть все нормально. Можно по идее варить. Низ весь прижат, два зажима. Сейчас еще парочку накидаем. И можно будет, опа, и можно будет варить. По вылету порог. Отлично. Ну, а тут не показательно. А это потом дотянем. Поэтому сейчас картонки куча и побольше точек. Хотя бы там, тут штук, например, там 5. Тут еще по низу. А потом снимем две двери и все, варим, зачищаем. Вытяжка работает, поэтому внимания не обращаем. Я вчера ее продул с продувочного пистолета. Теперь она так фигачит, блин. Прихватил. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Точка, точка. Прихватка, 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 хватки, хватки. Ну и тут тоже хватки, 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 дырки. А теперь мы снимаем двери и варим полностью порог. Эту штуку приваривать пока не будем. Ну, во-первых, она нам дает возможность немножко зазор изменить, хотя он в норме. А во-вторых, мы будем смотреть, горит что-то там или не горит. Давайте покажу, потому что уже 6 вечера, уже домой как бы и пора, а я тут не снимал вам половину дня. Значит, заварено, зачищено, все, класс, смотрите, как классно. И вот точка, ну как бы не поры, а ну, черненькая, черная, 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 черная. Это та контактная сварка, ничего страшного, там отверстий, дырок нету, короче, все нормальненько. Здесь даже ни разу это не смотрел, хотя что тут смотреть, ничего оно не обгорело. Все отлично. Вот. Все класс. Заварено, заболгарено. Сварка, сварка.
прихватил этот язычок, он вообще наклею, на герметике вернее, и даже и наклею. Но ничего, у нас будет на сварке, у нас будет крепче. Обварено, зачищено, обварено, все готово. Подтянул немножко. Ну, подтянул там, подстучал. Ох, уже остыло. Сейчас уберем, дверьку накинем. 6 вечера, конец рабочего дня. Я работаю строго по графику. Ну, правда, вчера работал чуть ли не до 7. А, не, позавчера до 7 работал. Ну, то бывает. Все, класс. Зазорчик, чики-пики, отличный. Чики-пики, отличный. Видите, как все четенько. Кантик. Отличный. Один раз подтянул, второй раз подтянул. Это уже можно снять, по идее. Уже почти все подходит. Вот немножко торчит этот порог. Здесь немножко этот порог. Вот тут выровнял. Здесь попозже. Тут яма. Кантик только подтянул один раз. Ну, в общем, осталось нам понты. Раз. И обсмотреть. А, ну и дверьку выломать. Да легко. И чуть-чуть обспотерить тут кончик. Да, и вот эту штучку. Тоже понты. Навешать крыло, поставить фару, прикрепить бампер. В общем, завтра закончим. Отдавать будем в понедельник. Так надо. Завтра отдавать не будем. Завтра мы просто его закончим. Ладно, люди, всем удачи, всем покеда. Женьки из Германии привет.